Привет, друзья! Сегодня у нас 7 октября 2018 года. Мы снова выехали на рыбалочку спустя 2 недели на реку Сейм. Вот, выехали втроем. Вот, Дима со мной и Роман. Выехали где-то в 5, но приехали, пока собрались, пока все сложились, уже 7:30. Вот, и сейчас будем начинать нашу рыбалку. Основной упор у нас будет щука, вот, твич, может джиг, посмотрим, что себя проявит. Температура сейчас около 5 градусов тепла, на день передают до 15-16 градусов, сейчас вот бабье лето началось как раз, погода будет ветреная, ну ничего, в этот раз плывем по селу Пески, именно по самим Пескам. Ну, с приездом, да. Отчаливаемся, солнышко взошло уже. Выплываем. Так, выдвинулся уже. Вот такая река, ветерок пока немножко попутный, сплавляет. Мужики за мной пойдут следом. Как всегда, в первую очередь несколько слов о снастях. Вот долго говорить не буду. Первый комплект New Spirit, как всегда. Катушка Sirius 2500, TS1032. Это на щуку, твичинг. Роренджика поставил 110. Второй универсальчик для джига, для головля, для волкеринга. Фаворит Варита, тест 5.16, катушка Арена, фаворитовская 2.500. Так, ну что, первый заброс пошел. Тут такая бодрая струя очень идет. Вот. Даже несмотря на попутный ветер, несет так довольно бодро. И миляк такой. Опа! Первая поклевочка наконец-то сегодня состоялась. Взял небольшой шнурочек на Роренджика 130. Грамм 300, наверное. Точнее не 130, а 110 Роренджик. И вот такой шнурочек. Вот видим, какая рыбина. Так, только что взвесил этого шнурочка. 350 грамм. Я его благополучно отпускаю домой. Вот погода ветреная. Посреди русла идет волна такая. Сносит сильно назад. Поэтому я вот подплыл к бережку, к таким вот тишинкам мелким. Поставил вот тени магалончика. И хочу сейчас протвичиться здесь попробовать. Так, ну что, делаем заброс тиником. Вот эту вот тишинку окошко. И твичим спокойненько тени магалончика. Опа, есть шнурочек. Разловил нового тени магалона. Вторая щучка сегодня, гигантус. Вот, это вообще такая грамм этого года сигалеточка. Так, ну что, шнурочек, мы тебя отпускаем к мамке. Расти. Друзья, время уже 10 часов, даже больше, чем 10 часов. Вот, пока рыбалка у нас такая слабенькая очень. Было у меня 3 как бы контакта со щучкой. Один раз малыш там грамм 300 не попал по воблеру, по рейнджу. Одну поймал я щучку 350 грамм, и вот только что поймал еще шнурочка. Погода немножко расстраивает, как бы, да, тепло, солнышко, хорошо, но жуткий ветер. Ветер, наверное, уже метров 6-7 секунд, ветер встречный. В общем, продолжаем рыбалку и делаем дальше заброс.
эта поклевочка. Усами кума и взяла зубастая. Опять небольшая, шнурочек. Чуть побольше второго, где-то полкилушный. Вот такой шнурок, еще и битая чем-то таким более крупным. Взвесим сейчас щучку. Вот на нулях вес 650. Ну, это нормальная щучка уже, 650 грамм. Оба, есть. Четвертая сегодня щука. Гиперщук. Опять тинемагалон. Этот вообще красавец. Смотрите. Какая гигантская щукения. Видели выход щучки, только что был, красиво так выскочила сверху на волкер, но не попала по нему малыша. Так, вот, друзья, уже 20 минут первого, подплывает вот Дима. Не знаю, как у него успехи, сейчас подплывет, поинтересуемся. У меня только что на тинемагалончика было пару выходов мелкощуков. Вот подплываем к машине, сейчас ее надо будет переставить и еще немножко поплаваем с надеждой поймать что-то после обеда. Вот Дима тоже поймал. Вот смотрите, на щуке вот такой вот порез, ту, которую Дима поймал. Ну, щучка такая, грамм 600-700, вот свежий порез. Что это было? Во время вываживания этой щуки, на эту щуку выскочила щука кил на 5. 5-6, такенный крокодил прямо на глазах. Вот так вот хватает поперек и... Так отпустила прицион, таки, или... Да, и отпустила золото это. Возле лодки уже отпустила. Да. К половине первого как раз прошли половину запланировано. Километра 4, наверное, прошли. Вот здесь машину мы оставили, сюда ее пригнал. Делали остановочку на обед. Вот без 22 выплыли после обеда. Жуткий ветер, просто такие капитальный. Мешает рыбачить. Ну, будем пробовать что-то поймать еще. Хотелось бы еще что-то поймать после обеда. Поставил снова 130-го РРНЖ и включаю тяжелую артиллерию. Ой-ой-ой, промазала только что щучка. Хорошенькая выскакивала. Опа, так и села щучка. Догнала она. Тут килушечка должна быть. И, блин, сошла. Ну что за собака такая? Вот, ну вот этот воблер раньше уже после обед было две поклевки. Одна не догнала, вторая только что сошла килушечка где-то. Вот условия ловли близки к экстремальным. Вот здесь застопорился сейчас. Посмотрите, какой ветер, как по деревьям его слышно, видно, какая волна, и это все нам встречное. То есть, вот Дима отличился вот этом вот ветре, там, где невозможно ловить. Он на флирта, на Цуёковского, поймал микрошнурочка. Вот, шнурок такой, может, грамм 200 он его отпускает. Опа, есть, села щучка. Грамм 400, я видел ее выход. И вот она села.
небольшой щупак, ну, может 450 до полкило. Ну, он сел. После обеда тоже я с рыбой. Есть еще одна зрячка, выскочила щучка, тоже такая стандарт, где-то полкилушечка, плюс-минус. Опять же Color Range, вот такая как предыдущая. Вот. И опять же кем-то битая, какой-то рыбой, вот спина коцанная. То есть есть крупняк, который ее ест. Так, друзья, интереса ради взвесим эту щучку. Вот. Ну, я думаю, грамм 600 должна быть. Ну, практически 590 грамм. Стандарт. Крупной сегодня нету. Сошла. Вот сейчас наступает потихоньку пора золотая осень. Вот такой он сейчас красавец 7. Ах, не попало, красавец. Ну вот, друзья, время уже 5 часов. Вот мы заканчиваем нашу рыбалку. Вот машина стоит на обрыве впереди. Под вечер начал стихать ветерок, который весь день дул. Ну что, друзья, вот чуть раньше половины 6 мы заканчиваем нашу рыбалку. Причалили уже. Вот, рыбалка у нас была, в принципе, более-менее. Конечно, клев был, как всегда, вчера и завтра. Но, тем не менее, там свои десяток поклевок, а может и больше, я сегодня заработал. Там, если считать даже выходы щучек. Вот, поймал я больше, чем остальные. Я поймал 6 щучек. У Димы в активе 4 щучки. Вот, у Романа, к сожалению, не заладилось. Сегодня были поклевки, наверное, штук 6 поклевок он заработал, все в джиг, но ни одну так и не реализовал. Вот что-то не заладилось, не сложилось. Вот такая, в общем, рыбалка. Вот вы видите наш улов общий. Домой немножко такой некрупной щучки подловили. Как раз отличный размер на жалюху. Друзья, всем спасибо за просмотр видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Делитесь этим видео с друзьями. Ну и ждите новых рыбалок. Вот бабье лето только началось, я думаю, сезон щучий осенний только в разгаре. Поэтому, думаю, дальше будет интересно. Всем счастливо, всем пока, до новых встреч и всем клевых рыбалок. Пока!